Игломор давай. Звезды. Это за фикса ИВК, то, что выкатят. Типа, скорее всего, количество блока на танках меньше надо будет. Что-то в районе 500 под всеми бафами и дебафами на моб. Заебись. Вместо 6000. Нажми сейв. Всякий случай. Чтоб не умирали. Продлишь, Коля, ты как раз, думаю, настакал. Давай. Подумай по поводу этих погибелей побить на токены. Завтра, завтра или послезавтра поведем по-любому, если ты будешь. Ну или что, если по возможности мне аккаунт дашь, я ничего не надо, пойду вызову. Окей. Завтра было бы классно. Идем. Не, по-любому сходим. Да, наверное, завтра пойдем. Сейчас закроем сегодня груля, завтра карву перенесем на завтра. Хм. Я просто не ожидал, что на морозе. Смотрите, как пойдем. Мы пойдем как? Пойдем соберем какую-нибудь сильную пачку. Кому нужны какие-то шмотки будут с какого-то босса? Говорю, мне нужны шмотки с того босса. Все, и залетаешь. Там уже много кому никакие шмотки нужны. Там большинство не... первых боссов с легких. Кольцо, там, пушки. Ботинки. Ну... Сейчас кольца целкают, только Солгород идет. У вас сколько карт? Что за ранее? 13 тоже. Ботинки с оперы нужны. Блять, оперу закрыть не так-то просто будет. Оперу пока не мечтаю. Я готов проверить сам опер. При условии, что за каждый слак вы будете ултать 200 ЕП минус. Как вам такое? Да погнали. Теперь живых людей уничтожить. Именно. Бля, хотя бы копыта закрыть. Копыта тоже нихуя не просто, блин. Да не за каждый вайп снимать будут, а за каждый слаг. Там, по сути, один слаг на вайп, так что... Туда люди надо. А уже смысл, он уже потратил. Ещё на 20 вайпов у него еще есть. Все в порядке. Идет в кредит. Ну, да, как бы, я как бы в каре на первых четырех боссах был, как бы. Хорош. Да. Опыт не пропьет. Тут я даже скажу, что мне скорее нихуя не надо, лишь бы на оперу не идти. Уф. А так, огнестрелка с оперой, это топ. Не, нахуй нужна, мне она не нужна, мне. Подожди, мы наем еще не взял. Да, вот сейчас будет, разберите, я взял часть СПДшных классок, давай, кто тут еще есть, у кого Ваня, ты... Да подожди, наем. Да, да, сопроты. Возьми еще СПДшные класски, Ваня. Если ДДшные нужны, шанс. Я могу зайти скинуть. Так ты скинь в ГБ просто, пойди, дай-ка. Юра Ренессанс, возьми ДДшные класски, 18 штук. Или Кадама, по-моему, у вас есть там, или Серега. Тоже. СПД обмен давайте. Милики, давайте обмен. Ну, да, так, кнопки. Напоминаю. Милики кидают дестройеру, РДДшники кидают определенно и 4 кнопки. Ну, давайте еще обмен. Юра, ты в ММе? Чё, ещё есть на СПД или нет? Кто ДД даёт? Дестройер. ДД даёт. Чё на СПД? Серёга, Серёга, ты танчишь печеньку примерно вот здесь. Этот будет по 5 стаков. Ага. И будешь просить, чтобы у тебя Пахуан забрал босса. Скинуть стаки. Uh-huh. Ну все, в принципе. Этот, ребята, смотрите, также выходят когда собаки. Смотрите с АУЕ аккуратно, чтобы магического урона не было по собакам. Собаки от магического урона на 300% регенится.
Их нужно будет убивать по собакам, будет играть Рария, шнурки, Юра, Ренессанс и Троянский, давай. Я вас всех первую патчу закину. Короче, Санька, с собаками в вечерней гильдии просто под конец его того закрытия кидали косноязычие, и собаки пропадали раньше, чем он бил. Блять, рискованно, Ваня. Лучше проверенным способом тут вайпнемся еще на этой хуйне. Ну, типа, если хочешь заиграть, помнишь, мы же это тоже делали, и тоже хуярим. Так, Дексиона, с тебя будет Красноярск тогда на боссов. Будешь развешивать. На Ома, на Слепоглаза и на Кроша. Все остальные все знают. По сейвам. Пахлаван и Апокалипсис отдают, когда Ом кастует, на Кроша отдают 4 кнопки и Юй. Вместо тьмы поставьте Средоточение. Так, пейте все фласочки, поставьте рыбку, ребят, и будем начинать. Боссов никто не бьет, пока не активируется никакой, без АУЕшек. Также по декурсам. Первая пати декурсит определенно, вторая пати декурсит Марсес, третья декурсит Топхайп, четвертая Маша, Ону, пятая мы все вместе декурсим. Готовность на пол. Пока крест никто никого ничего не бьет. Крест по пристам дайте. Дайте каску бросит. Каску по гламуру, Марсес. Что там, Марсес или Вок? По хантам тоже каску. Марсес, Вакати, Пахлаван не выпили фласки. Мне не надо. А каску можно по шаманам? А то 2 минуты что-то осталось. Короче, я МП5, Пахлаван, каски и... Вакать плоки. Перекинь Пашка вместо с этот всем каску, а то у нас 3 по 1. Да и цех. Марсес, заходишь? Напиши в Диси. Если что-то не так, то возьмем кого-нибудь другого. Все, отлично. Еще раз готовность на пол. Если там что-то не хватает по пути, раскин. Марухич, Враска, все, все готовы. Пока никто ничего не бьет, все пока бегите. Квадратик. Также не забывайте выносить на Кроша. Огненные бомбы. Забрали всех своих. Крош активен. Напулили Кроша на Юи. Не забывайте выносить огненные бомбы. Сейвы отдаст тебе там на... Я ты хилю отдаю. Дестройера и Юю. Остальные 4 хила хилят остальных танков. Апокалипсис, смотрите, не потерять. Блять, бомбу не вынес. Поебал. Убиваем выносить бомбу. Камелики с ФРБ. Отдали сейвы. Стопнули урон по Крошу. Стоим, чилим. Из морского поднимите. Опять Крош на пул отдали. Сейчас, возможно, будет... Забери огонь сейчас кто-нибудь. Похер. Отдаст сейв. Сейвы отдаст Апокалипсис и Пахлаван. Оставьте огонь. И Вакати, мастера урона огня. Апокалипсиса поднимите. И Вакати. И из морского. Да, надо было Геру давать. Похуй. 10 секунд приготовились. Сейвы отдавать. Повесите, блядь.
отдали сейвы, огненную бомбу вынесите там кто-то. Стоп урон покрошу. Опять крош, дали Геру, надо его добить. Ваня, у тебя массейф не откатился? Нет. На Йоми и Джипси закастуйте гим, когда оба сразу на ХП. Если когда он будет это... Откатит. Освободите огонь. 14 секунд, да, каста. Огненные бомбы только выносите. Дайте этот, косноязычный, не забудьте. Сейчас. Одна секунда, отдали сейвы. Гимны нажали. Стоп урон по боссу. Киглера на пул, на изморского играем по нему. Здесь уже можете, кстати, бурстануть хорошенько. У кого там были ауешные бурсты. Апокалипсиса прохильте. Дексиона закастую СС на апокалипсиса. Эмобой на Юи. Дестройер, жми зеленку, чтобы стаки скидывать. Я в курсе. Пять секунд буквально можно поиграть. Приготовили стопать урон. Стопнули урон. По боссу. Киглер. Опять по Киглеру играем. Отлично. Из морского поднимите. Кросса активирует. Добить его. Пять секунд по боссу можно еще играть. Потом стопаем. Две секунды. Приготовили, стопнули урон по боссу. Слепоглаз, по слепоглазу на пол бью и не играю. Апокалипсис прохил. Джипси, закастуй гимну ману. Маша, как откатится Инер, зальешь по Полинору. Дайте зубы по ее. Я завис. Отдал. Если подвигайся, Юра. Двигаюсь, да. А, я выкинула. Ничего, ничего. Зайди просто, чтобы тебя огненной бомбой не вешались. Стоп урон по боссу. Я не могу, меня выкинуло вообще. Просто перезайди. Ому, играем, приготовились декурсить. Собаку одну. Хорошо, играем пока по Ому. Сейвы на Ому отдаст Пахлаван и Апокалипсис. Декурсы. Ну я за рейд. Да не раз. Окей, окей.
косноязычие обновить. Пока. Приготовились сейвы отдавать. Две секунды по боссу буквально играем. Стоп урон по боссу. Стоп урон. Отдали нет, сейвы. Нет, прошу. Нет, нет. Напали же собаки, Саня, бля. Перестраховаться. 10 раз лучше. Головой повертел. Да я видел, что не было собак. Ну и тут все нормально. Че их солить эти сейвы? Все, кроши добиваем, отлично. Войд, закастуй гимноману. Два процента. Ну, слепоглазе можете пойти ману повосстанавливать хилы пока что. Буквально 10 секунд можно еще это дело поделать. Приготовились убегать хилы. Достроили, поднимите. Пахлан, забери его. Проебался зеленка, не вовремя начал. Все, взяли, взяли, взяли. Забери, мы играем. Приготовились декурсить. Леня, до тебя декурс не достал. Далеко не убегай. Косноязычие тоже повесьте нормально сейчас. Обновляйте косноязычие. Ваня и Коля, сейвы на всякий случай нажмете. Стоп урон по боссу. Отдали сейвы. Пошли по глазу играем. Угу. Глаза не было. Дексионыч. Вешал? Был не косноязыч вешал. На нем хорош. Был? Весь бой был косноязыч на нем. Че, сколько собак? Даже когда он не был активен. Да хуя там собак было. Видимо, уел какой-то. Заходило. Магическая. Петя, ты здесь? У нас дамажит по собакам два человека, но я не дамажу по собакам. Я по собакам не дамагаю. Почти убили, если мне эта хуйня там. Ладно, поспимите всех ДК и пускай ебушат, блин. У меня злая тут все, у меня спеки нет. Ну и собаки тоже бьются. Сейчас убьем. Они все на одном кругу. Женя. Женя в Акате, да Юра Ренессанс вылетел. Он тоже играл. Понимаю, но, наверное, лучше по одной и две хотя бы убить железно, чем все будут на 20% в конце живы. Ну это да. Ну Блады в соло-таргет хорошо дамаг дают, блядь. По одной расщепят их, если метки ставят. Этот... Женя, в Акате нужно что-то с босса? Нет. Зайдешь петь? Можешь. Нет, на не хочу, честно. Можешь мне кикать с замены, можешь мне давать минус ЕП, я не пойду. Нет, 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 нет. Извини. Вот просто. Ой, заебали, меня, я тебе говорю, у меня башка трещит. Я не хочу идти никуда вообще. А ну, без меня, да, согласен. А остальное, да, блин. Ну, не сошелся на мне клином свет, чтобы прям... Ну, извини. У меня Женя, заебучая прыгни. Работа. Женя, прыгни в этого в танка тогда. Прыгни, апокалипсис, Влада, будешь тоже бить. Собак. Да, ассист кому-нибудь из ДД там, шнуркам. Пусть она метки вешает, и какую метку и бьет, пусть. Бежи. Это вечная пламя снимать, да? Что еще раз? Вечное пламя снимать. Да, снимай вечное пламя. Охуеть, это что-то один, да? Любую треньку, можешь танковскую надеть, похер. Любой день. Леня, Алина, вставай быстрее. Можешь ПВПшную какую-нибудь одеть, если...
Так я встал, я просто суманулся, я жду сумона. Это будет шляпа, Саня. БДК без 90% РПБ не будет бить. Ну, там влажно какой-то урон был. По-другому, блин. Нет выбора, надо. А фласку дадите? Без урон. Нет, нет. Алина, вставай. Илья, скоро там олень? Все. Смоните Алину, ребаф, да и погнали. Кого? Майн сейчас убил. Держал. Он держал короля. Ты на короле будешь. Окей, Майн. Считал, готовность на пол, да погнали. Марсумарухич, Калинок. Эмобой, топхай. Лёня. Лёнь. Лёня. Ай. Лёня. Лёня, блядь. Кушать готово. Погодите, я билд делаю. Погнали. Да нет, блядь, времени сейчас ждать. Сейчас надо спекнуться тогда, погоди. Нафиг ты билд скинул? Да я на груля хочу. На груля хочу это вообще. Работу скоро. Все, готов? О, да, давай, нет, быстрее. Давай. Да, да. Рыбу что не поел, рыбу нет. Пока не бьется никто никого. Забрали все с твоих целей. Женя, ты короля сейчас. Крош активен, дали Геру, играем по крошу. На пулы дали. Юй. Огненная бомба выносите. Не забывайте. Отдаст Коля сейф и Ваня. Смотрите АУЕшками, с АУЕшками аккуратно, чтобы не срывались, если поглажен. Мне сокровь давать? Да, давай лучше. Вынесли дебаф. 9 секунд и каст. Приготовились. Сейчас нормально собаку убиваем, тут ДПС не хватало. Все, давайте, сейвы, прохил, рейни. Вынесите глыбу эту, стоп урон по боссу. Слепоглазом. Смотрите, не сорвите кроша, сорвете кроша, вайпните всех, которые дошли. Вакати прохильте. Вакати, сделай пару шагов к, в сторону Олана. Тебя тоже доставать будет. Жень, в сторону Ома, это в твою сторону правее чуть-чуть, ага. Дайте сальву топ-хайпу. Достается так? Не, ничего. Ладно, змей навис или копий. О, достал. Пару шагов и летаю. Все. Все, стоп, урон по боссу. Слепоглазы снова. Играем. Смотрите, с АУЕшками аккуратно, если сорвете прошу, пизда. Заново туда сидите. Зубы можешь дать по ее. Отдал. Пять секунд. Еще можете поиграть и стопать.
Стопайте урон по боту. Ну стоп, хватит кастовать пытки. Еще раз. Давай еще раз. Же есть, чем стопать. Он сорвется, если не стопнуть. Поэтому и надо стопать. И по глазке сорвется, просто одного человека убьет. Если кроша сорвешь, он веселее плайтнет. Сальва нужна кому-нибудь? Да, Марухич вылетел, будете без Марухи теперь. Ну ладно. Я думаю, справить Димны еще есть. 3 секунды можно по боссу побить и стопаем. Стопаем урон по боссу. Иглера. Вот в этого можете с ауешками и так далее. Пять секунд по боссу можно побить, дальше стопаем. Приготовились стопать. Стопнули урон. Крош. Крош, играем про живые бомбы, не забываем. Сейчас хилов меньше, Джипси нажмешь. Ваня и Коля нажмете сейф. А меня очень слышно? Да, да. Да, вроде. Ваня и Коля нажмете сейф. Огненные бомбы не забывайте, выносить киллов и так мало. Джипси закастуй пока гимн на ману. И Джипси закастует гимн на хп. Маша и как откатит Сейна по себе залив. Войд закастует и еще гимн на ману. Две секунды приготовились сейвы отдавать. Отдали сейвы. Вакати прохильте из морского. Хорошо. Стоп урон по боссу, стоп урон. Не сорвите. Киглеру, по киглеру играем. Машка, можешь пойти на слепоглазе ману восстановить, если там Ваня восстанавливает. Лапками его побить. Своим. Желтая жага. Ну, ты желтый. Пучкаем. Просто АФК постоит, прикинь. То есть по газу я могу еще не накинуть рядом. Накинь. Иди бей сучками. Ну, уже нормально ману восстановил. Стоп урон по боссу. Прохил рейд. Полинора 4 кнопки. Стоп урон. Хорошо. Играем. Выносите огненные бомбы. Прохильте всех. Похлон, возьмем. Ваня, у тебя КД сейф? Нет. Сейчас скажу, откатится или нет. Откатится. 41 секунда. Все. 30, если точнее. Тогда Коля опять и Ваня отдадите сейф. Ревно тут летаешь. Пять секунд приготовились сейвы, отдавать свои тоже сейвы нажмете. Войд нажмешь гимн на хп. Отдали сейвы.
стоп урон по боссу. Не срывите, не срывите, стопните все. Игля, отлично. Чего ты взял, что тут можно его сорвать? Ты что, так всегда было? Ты еще раз здесь. Зачем тут спорить? Если были тысячу раз, срывает. Баг какой-то, видимо, был, починили. Какой баг? Срывается босс сразу же. Да я сколько КД уже бью и ничего не срывалось. Потому что стопаем урон. Я-то не стопал. Начинается минус ЕП. Ну сейчас вайпнет всех и получит минус ЕП. Получу минус ЕП и этот сделаю репорт. Если так получится. Приготовились стопать. ДПС Марта в себя, Инар, тоже опять зальешь. Приготовились. Топнули ДПС. Наеми, закастуй гимн на ману. Слепоглаз. Добили слепоглаза. Собери еще раз. И на Оуме можно будет всем пойти ману восстановить. Все. И вам. Или на Кроше, когда добьем слепоглаза. Пока нельзя. Давайте на Кроше. Вот, идите ману восстанавливать. Сейчас добьем. На Оуме лучше. Все. Кроше уешь. Не, когда не активирован, не уехал. Ладно. Ну, желтая джага стоит. Она уешет, когда активирована. Не. На Кроше или на Оуме, без разницы, на ком-нибудь любом, только если Дизморского не потеряйте, пожалуйста. Маша, Инр, себе закинь. Приготовились отбегать через 5 секунд Кроша. Ну еще можно было побить, все уже, ладно, блядь. Киглера, добили Киглера. Дизморский сразу зальешь Инр по... Саня, тебе нужен или восстановишь сам? Мне нет, я восстановлю. Когда зальешь по Полинору. Когда бьем. И будешь к собакам тоже играть. Еще гимн есть. На ману. Ну, пока гимн сильно не восстановит ман. Все. Идите пока на Кроше снова ману повосстанавливайте. Маша откатится, Инер с тебя закинет. Изморский, когда выйдут, будет активирован Олм, собак тоже помогает играть. Да, декурсия нормально. Отбежали от Кроша быстрее все. Отлично, играем по Олму. Смотрите, без АУЕ пока не навесите на собак. Аккуратно. Метку, метку поставьте. Так у нас Гера есть. Лучше, давайте. Да, давай, Гер, давай, давай, давай. Ваня и Коля, если что, будут с вас сейвы, если понадобится. Если нет, то отдаст только по хован. Все, две сокры не работают вместе. Я знаю, так я же говорю, я даст только по хован вместе. У тебя остался все и у Коли. О, какую собаку бьет, опять. Маленькую. Весь. Вкуснояс есть. Нормально, собаки почти. Стоп урон по боссу. Отдавай похован сейф. Не надо. На всякий случай. Да, пусть будет. Еще раз, да? Да, еще. Да. Соберите собак, смотрите, не навесите на них там всяких дот и так далее. Локи. Кто пламя не снял, вон, и не собаки хилятся? Братка, без АОЕшки, без магических способностей точно поиграй, по черепу помогает. Верный выстрел и просто пулями. Больше ничем не играет. По-моему, прицельный еще физурон, если не ошибаюсь. Ваня, Коля, что вы сейвы готовьте. Что, ясно, забываю. Возможно, понадобится. Приготовились стопать урон.
стопнули ран по боссу. Не надо сейвы. Огненные бомбы выносим. Сейчас Зеня, ты отдашь сейф, если не добьем кроша. Я отдал мастера этот. Так, а у нас ретрика нет, на мне. Тогда мастера не будет. Будет гимн на хп от Наёми, если что. И от Жени, и Вакати, и Массакра. Наносите только огненную бомбу. Саня, хотя не надо. Поиск я хотел. Когда? Здесь. Не, я про гимн на ману, но без шутки не надо. Добивайте кроша. Сейвы не надо отдавать. У меня есть гимн на ману. Забери кроша. Отдать гимн? Ну дай, дай. Постановишь магом ману. Играем по ум. Пока что тоже собак. Тоже, если появится. Смотрите, не навесите дот никаких. И без магического урона. Ваня, это играет сейв. Ваня, у тебя сейва нет уже, да? Нет. Тогда Вакати отдашь ты что сейф и Коля. Вакати, надо в рейд ближе подойти. Я близко. Я подошел уже. Приготовьтесь отдать. И свои сейвы все нажмете, если что. Собака же. Отдавай, отдавайте сейвы. Блять, ну пиздец. Давайте ставь этот. Добивайте просто все лома, заберите собак, забейте лома. Дикурс продолжайте, давай. Мачта отдашь БР по шнуркам. Идите тупо лома добивайте. Изморский отдашь БР по войду. Ребафните их. Дайте Геру им еще одну. Идите добейте лома тупо. Женя, отведешь короля сейчас подальше. Все. Отбежали от короля Милики. И приготовили сейвы какие-нибудь. Ваня, по-моему, у тебя есть. Отдай сейв. Поздно. Успокойся. Ну, стаков мало. Милики пока не бейте. Хотя Галя, можешь идти бить, Ваня, через Галю иди хил. Ты троянский, один хапал, можешь упасть. Саня, закастуй гимн на ману. Ну ладно. Безморский инер в Полинора закинешь. Не лутайте босса только, пожалуйста. Я зайду в игру потом. Бейте, идите пока. Отошли от босса, будет хекс. Да не хекс. Милики бьем? Да может быть. Пошли бить. Не будет никаких собак. Да, все, сорян, да, там другой, другая анимация. Я сейчас зубы есть. Да, не понадобится уже. Босса только не лутайте, чтобы Мадохи что-то застал. Джипси, закастуй гимн на ману для магов. Я уже все догадывал уже, я говорил. О, окей. Наёми мертва, Войт мертв. Ладно. Проси брёвнышко хотать. Отошли милики. И вот сейчас под конец каста сейф нужен будет через 2 секунды. Отдай еще танки. Маша, прохильте. Я по мане. Тоже. Маша, как откатится, инер зальет.
Саня, не будет ничем восстановить? Не. Тогда по малару зальешь. Сейчас этот дебаф пропадет, пойдешь в мини-зону, Саня, ману повосстанавливаешь. И в раску бомбами затыкали. Да ладно. То же самое, милики нельзя бить. Вот сейчас дайте тоже массу кру. Через 3 секунды будет каст. Можете отдать уже кто-то. Дексиону из морского прохитрите. Шнурки бей. Макса зальешь в Саню, в Мавара и Инер, а из Морский, блять, в Ваню давай, 4 кнопки. За восполнение кто-нибудь кроме меня вешает? Восполнение шипы вешают, из всех трех только я. Дальше буду вешать. Джипси даем минуту Ваню разума. Дали. Вот это бейте, сейчас собаки будут. Приготовьтесь его забанить. У босса бить. Идите, тоже РДДшники восстанавливайте ману. Заберите танками собак и поступливайте. Я нужен? Я здесь или в конец? Марухить будешь на босске? А конечно, тебе нужно что-то с боссом? Только печи. Сейчас же, по-моему, и ВП нет на печеньку. Так что, наверное, в принципе, нужно будет. Но я могу уступить там, не принципиально, если кому-то прям надо, пошло. Так, да зачем тебе тогда доходить, доходи до конца? Да я вылетел. Катя, жми себе выпутал, да, у нас минус 50 системы. Поменяются с Колей местами, Коля за грибоса. И забери милики, отбегите. Не. Ой, стойте, извиняюсь. Извиняюсь, извиняюсь, дайте тебе эти собаки. Мы с вами мало, я печеньку не заберу, так что, ребят, можете идти пока что. Остальные танки подхватите там оба. Можете приручить их локами, они дамажат вроде нормально. Бутный босс. ДПС мало, 9 стаков, это уже очень много. Ну да, в принципе. Так, кучу раз милики бить не могли. Все равно. Полбоясы стояли. Ну так, 3 РДДшника еще, да. Танков много. Че, заходите там, кто? А, уже полутали, что ли? Талан. Бля. Ну если он дал, значит полутали, походу. Это не сундук. Ну, да вроде сразу дается. Вот это что, да, это не работает, ребят. Сундука не сразу, это не сундук, это сундук. Вот так, подождите, завтра. давайте разъебешим вначале. Мне надо уходить Войд до Ирелисты. Надо удобить сегодня. Ваня, или ты, или Войд. Что, надо уходить. Я тоже ухожу, я тебе писал. Ну, значит, есть хипалы там, Войд, Дайрель. Да. Кто-нибудь надо тут. Давайте печенька, 700 старт. Гламур, шнурки 3. Эмобой 5. Марсес 6. Так, Марсес, ты файером был. Так тоже не делается. Ты и печеньки на файера забирал. Т4 файеру не надо. Марухич 11. Дексиона 12, Изморский 13, раз, Дексиона 14, раз, 0,5. 2, 3, кидай мне квадратику. Вот когда реворкнут, будешь сидеть. Вот тогда реворкнут, тогда и будешь
не поехать. Так, конец. И наручники троянские. 250. Апокалипсис. 1000. 1200. 2. 4200, Лёня. 4-5 троянский. Раз. Два. Три. Кидай мне. Ну. Так. Дальше. Кожаная голова. Изморскому, по-моему, она не нужна. За 125 новов кому-то надо. Раз. Два. Три. Так. И плащик по мейну 250. И налов 125. Кому-то нужен. 250. Раз. Два. Три. 125 налов. Наеме там на доцерхника надо. Или войд. Или джипси. За такой. Раз. Два. Че, никому не надо? Вы чё? Ой, друида, блин, сюда. Охренели, ну, что давай, ли? Давай кидай бесплатно. Мне, второй для кого-то. Зачем этот плащ если за ОД есть? ОД? А, ну да. Хороший плащ. Да. Так, кстати, нужно, чтобы кто-то еще демона сделал. Один из локов. И будете с Будрейвена меняться местами. Кто-то один раз, там другой Будрейвен. Этот. Держи войд, лидер один. Дальше от тебя убить Груля. Коля там танчил, Харик как делал. Я бы начислил, нет. А, сорян, сорян, сейчас начислим. Или вно. Если что, войд.